У нас нету одного завра, это полная параша. Шанс вылететь? Я хочу вылететь. Меня уже давно заебало ноун, как бы. Поскорее бы. Не получается никак вылететь. Все что-то сливаются, как рачки мне. Это немножко раздражает. На свет. Раз. Акияма дайсет ноунема без регистрации ИОС МС, СФ Арбингер совпастуквая сумна. Мудвута Акияма, конечно. В смысле, конечно, спасибо за поддержку, но типа... Не очень красиво себя ведешь. Ну, в принципе, от школьника это не требуется. Ну, тебе бы как бы повзрослеть бы немного все-таки. Ну, то есть, я помню, что это название команды Метанола. Меня, кажется, не приведешь. Я программист. Ну никакого ха-ха, мудевенько себя ведешь, кем без всяких ха-ха. Бля, ну Барри, нажми кнопку, ёба-боба. Ну чё ты начинаешь-то? Ну чё, крыша поехала, что ли, у человека? Корова, на ты чё? Какая корова на лосе? Ты чё? Алярм! Какая корова на лосе? Окстись! Да не, ну хочешь быть мудлом, будь мудлом, Акия, мне-то чё? Ну что, видимо, Барри стрим слушает, ну ладно. Тогда надо заткнуться. Не облегчать ему задачу. Ну, если вы Барристан долгий, господи Иисусе. Блять, он 3 минуты думал над расстановкой. 3 минуты. И вернул ее к первоначальной. Ёбаный в рот, Барри. Если ты это слушаешь, это была полная хуйня. Извини, пожалуйста. Блять, 3 минуты думал и вернул стартовую расстановку. Пиздец, Барристан. Извини, пожалуйста, но это пиздец. Блять, даже не смешно. 3 минуты думать, чтобы вернуть стартовую расстановку. Бля, ну я все понимаю, конечно, в этой жизни. Непонятно просто, как бы, плакать или смеяться. Ну, окей. 3 минуты думать и вернуть стартовую расстановку. Ёба-боба, конечно. Выглядит как какой-то анекдот.
Найс, дайсы. Избили лос. Ну, у меня 4 рерола, наверное. Ради этого мы... Заебись, покидали. Замечательно. Охуенно, конечно. Ладно, хорошо. Меня заебал этот турнир. Давайте. Накидывайте эти дайсы дальше. Надеюсь, что Барри, блядь, не будет ходить по 3 минуты. Барри, ты слушаешь? Мне по херам на турнир, я хочу слиться, поэтому не парься так. Не трать 3 минуты на то, чтобы вернуть расстановку, которая была на первые 3 секунды. Ну это было смешно, конечно. Врать не буду, со стороны, наверное, это было очень смешно. То есть человек 3 минуты возвращал расстановку, которая была стартовой. Звучит реально как анекдот. Не убавить, не прибавить. Короче, понятно, это будет долгий матч. Ясно, включу азурку. Да, всем привет. А я понимаю, Барри делал бы какие-то невероятно мудрые ходы. А он буквально играет, типа, что-то невероятно базовое и делает это по 3 минуты. Я в восторге, конечно. Я уж не буду говорить про то, что он неправильно играет. Это понятно, как бы. Но грустно, что он это делает по 3 минуты. Бля, какой же Барри душный. Я в шоке. Не знаю, это реально какой-то просто космический уровень духоты. Бля, на улице не так душно, как игра Барри Стана. Дело не в пределе положительных ничьих, а в пределе игр. Считаю, что после 20 игр все, кроме победы, уже не очень. Блять, Барри, ну как можно такие ходы делать 3 минуты? Ну, как бы, ну... Серьезно.
Да вы что, бля, прикалываетесь? 4 неподбора подряд? Ну, найс, что могу сказать. 4 неподбора назад это то, что нужно. Этого-то мне и не хватало для того, чтобы наполнить этот матч весельем. Ну, сейчас будет еще увлекательные 3 минуты Баристана, блять, пиздец, конечно. Предупредить, вот Ice Rain поставил ебаный таймер на 3 минуты. Ну, блять, ну какие 3 минуты? Ну, если 3 минуты, это худшее, что вообще придумано в Blood Bowl. Не понятно, для кого. Ну, если 3 минуты, это рак этой игры. За 3-минутный таймер надо людей просто расстреливать. Я не знаю, где играется 4-минутный таймер, но это бред. Ну просто реально 3-минутный таймер в этой игре нужен 2 землекопам, которые действительно умеют играть. А большинству людей 3-минутный таймер нужен для того, чтобы переставить фигурки в то положение, в которое они их поставили на первый ход. Я теперь буду вспоминать это до конца жизни. Вот. Просто я настолько впечатлился просто идеей Барри, я прям вот... Как же он круто 3 минуты переставлял, блядь, игроков в ту позицию, в которой они стоят. Блядь, мистер Нау, иди глянь просто первый ход Баристана. Где он абсолютно реально стартовую расстановку 3 минуты менял обратно на стартовую. То есть вот у него есть запрограммированная стартовая расстановка, он ее 4 раза переставил и на последних секундах вернул к той, которая была изначально. И я не шучу. Я даже не знаю, как это описать, это просто, блядь, фантастика нахер. Это просто что-то невероятное было. Ну, конечно, удар в 1D прокатил. Никто не сомневался. Знаешь, натуральный человек вот менял расстановку и вернулся к той же самой. Ну, это же, блядь, даже не анекдот, это я не знаю что. Это реально выглядит как издевательство какое-то. Напрашивается просто вопрос, как бы, а зачем ты вообще тогда что-то делал? Спасибо, что игра, как бы... заставила его потерноверить, блин. Спасибо только за то, что теперь ход будет длиться не 30 минут, а чуть-чуть побыстрее. Это очень мило со стороны игры, конечно. Кубы полная параша опять. Через клавишу Control Offensive. Блять, конечно, параша на кубах.
гоним потихоньку к выходу. Привет, Китон. Китон, просто представь. Короче, первый ход. Ну, расстановка на лосе. У Барри стоит отличная расстановка. Он 3 минуты ее меняет. И на последних секундах возвращает к первоначальной. Просто фантастика. Просто, просто хочется плакать. Один просто вопрос, как бы, за что? За что? А чё так рано? Спроси, блядь, у баристана, чё так рано? Можешь идти спросить у Барри. Барри, а хули так рано игра? Вот Саша, блядь, 15 минут назад проснулся. Хули так рано игра? Ну, блядь, ну 25 минут, иди нахер. Короче, за 5 минут до игры я ебаный таймер, блядь, не трогал, сейчас тебя забаню. За то, что меня доебываешь. Да, привет, Никотин. Да, бля, пароварка и не говори. Еще в чате, блядь, душнило одни. Баристан, который 3 минуты ходит в фановом турнире. Ну, это, блядь, это вопрос, конечно, к гениальному администратору, который поставил 3 минуты в плей-оффе. Видимо, для того, чтобы Адан в очередной раз не грустил. Вот. Ну, в Москве тоже пароварка. Везде сейчас пароварка. Плюс-минус. Еще я судьи рассказываю, что там в Челябинске что-то все горит там. Еще где-то все горит. Еще какой-то полный адок творится. Блять, Барри, ну о чем ты думаешь? Вот думать не над чем, абсолютно. Пиздец, конечно. Конечно, стоит сказать спасибо ебаным 4 неподборам подряд, но... Пятого раза-то подобрали. У-ху! Извините, пожалуйста, просто. Я так счастлив, как бы, что оказывается. С пятого раза можно мяч подобрать. Это фантастика. Ой, шестого. Блять, ну что за ебаные кубы в этой игре? Я в шоке просто.
Просто, блядь, какая-то помойка вместо кубов. Игра как будто специально пытается что-то выдать повеселее, прям. Юный друг, не скучай, кинь даблу, так и знай. Я перебросил, но как бы... смысла нет. В этом перебросе абсолютно нету никакого смысла. Он ничего не даст. Это трата рерола, которая может пригодиться в ситуации, которая не располагает к его трате. Если бы ты потратил рерол, значит ты нубасей. Но это не имеет смысла, Годвар. Дело не в том, что три рерола можно перебросить. Как бы на четырех ходах в этой ситуации три рерола вполне пригодятся. Просто нет смысла это реролить. Блять, на перспективу-то он и успеет встать к тому моменту, когда мне это понадобится, кек W. Он вроде не умирал. Ну, то есть была, конечно, вероятность, что он с 9-м армором получит травму на МБ. Но как бы вероятность этого, ну, не просто мала, она как бы стремится к нулю, условно. Ну, это ПО Аноуна, да. Сгивы душные и тупые с утра, я в шоке просто. Это я не про спиритолога, а про Годвара и Валуга. Вот. Вот Годвар и Валуг какие-то с утра максимально душные и тупые. В край просто. Алярм! Выталкивание с поля, Барри! Выталкивание с поля! Ты что делаешь? Что ты делаешь? Господи Иисусе. Да, это начинает напрягать. Не знаю, он вроде пытается ей-богу, чем больше Баристан старается играть, тем хуёвее выходит. Это фантастика какая-то. Вот буквально человек старается, и игра все хуже и хуже получается. Да это нифига не осознанный риск, он просто забыл, я думаю. Я думаю, просто забыл. Я сомневаюсь, что это осознанный риск. Жопу ставить, конечно, не буду, но как бы очень похож. На одной клавзу все очень сильно умирают в этом турнире, честно скажем. Блять, и опять 3 минуты, Барри. Пиздец, с утра, конечно, душнило. О, господи. Все, как Адант на последних секундах. Господи Иисусе. Блять, как это просто издевательство над Blood Bowl'ом. Ну, забайтил, чё. Ты записался гусю в турнир? Нет? Ха, забайтили!
Господи. Да аптеку-то он правильно, наверное, потратил, только как бы это не кончилось unhappy end-ом. То есть эта аптека, с одной стороны, вроде правильная, с другой стороны, немножко сомнительная, потому что не факт, что игрок как бы... Как бы так выразиться-то? Доживет, короче. В смысле, как бы аптека не пригодилась на кого-то более важного. То есть нулевая корова, ее влияние на игру примерно никакое. Если говорить коротко. Ну, Барри, короче, вообще играет не как ХД. БУ-1, ПО, конечно, БУ-1. Мы шут не Адант, как бы, который хочет БО-3. Кек дабл Е. Ну, это обидно, конечно. Ну, финале, да, в финале было 7, самое то. Да, ну Лока, Агила играет, Сники Гид брал жду. Я бы брал бы Сники Гид после Агилы, господи. А так, ну просто, ну так выпало, чё ж поделать-то. Я ж не ногогрыз, который берет блок пас, а потом ловит две Агилы и говорит, что таков путь и таков план. Вот. Хотя он просто мискликнул. Агила просто хороший саппорт навык, который позволяет разыгрывать
очень много разных вещей на скинках. От него тяжело оказаться, даже отказаться даже на помойном игроке. Вот, собственно говоря, и все. Как же долго. Hello, Jimmy. Да, попрощались, Лок. Ну, если ты хочешь освободить игрока, Барри, так уж и быть, подскажу. Удар в красный безопаснее. Барри, подсказываю, в процентном соотношении удар в красный самый безопасный вариант для освобождения. Намного безопаснее 5 плюс доджа от хвоста. Ударь в красные. Просто чтобы это было быстрее, я тебе советую. Вот настолько ты меня уже раздражаешь. Барри, красный, я даже не троллирую. Абсолютно серьезно. Удар в красный лучший вариант здесь. И да, лучше это делать нижним гномом. Удар нижним... Да, молодец. Спасибо, Барри. Вот так долго думал после прослушивания стрима. Мог бы сразу поверить на слово. Ой, господи, как же это долго, это пиздец просто. Бля, мне приходится объяснять оппоненту, как меня обыграть, блядь, настолько все грустно. Пиздец просто. Докатились. Ну ладно, Барри смог по итогу сон выбрать плохой вариант, как бы. Спасибо ему за это. Так, ну это я точно должен делать. Да, клетки неправильно посчитал, хорошо. Да мне так говорю, ничего, я бы слушает и слушает. Просто, как бы, главное, чтобы на нитью не обижался.
Просто, понимаете, мне немножко некомфортно. Я говорю, я проснулся за 5... Я во сне выключил будильник в 9 утра. Я проснулся за 5 минут до игры. Я ненавижу этот турнир. Я голодный. Я не чувствую, что я выспался. И тут Барри начинает по 3 минуты играть душные ходы. Понимаете, как бы... Меня можно понять, давайте так скажем. Спасибо, Агук. Очень мило с твоей стороны. А, мы же не взятку взяли. А я такой думаю о фоле. А взятку-то я не взял. Тогда ладно. Так, тогда живи. Да я помню про восьмой ход. Про восьмой ход-то я помню. Я забыл, что я мага взял. Как бы. Мне как-то ненавязчиво поиграл драйв без мага и, в общем... Нормас. Фидоним, конечно. Но выбора не особо много. Прям как в сентябре. Извините. Привет, Квейкфайтер. Ну, например, потому что такую расстановку я не применял ни разу в этом турнире, спиритолог, и чё? Значит, 3 минуты я переставлял? Такую расстановку ты можешь пересмотреть все 17 игр до этого. Конкретно такую я ни разу не разыгрывал. Так что твой доёбец что-то вообще не в тему. Тем более, я считаю, что расстановка всегда очень индивидуальна. Завры все-таки в этом плане команда намного более, как сказать, правильнее это. Намного более разнообразные, чем ХД. У ХД в расстановке никакой фантазии нет по понятным причинам. Ну я-то знаю, что скинки не ломаются в такой ситуации. Даже если бы он дал бы 3 травмы с лоса, это не сильно изменило бы лейтмотив игры. Ты, Агук, не очень понимаешь прикола, но, короче... Даже если он снесет всех 3 скинков,
на результат матча это повлияет примерно никак. Вот если я поставил бы трех завров, и он бы отклеил мне трех завров, это было бы, конечно, да. Ну а так, как говорится, план удался. Ну да, скинг не встал, но знаете ли, я выхожу тут в полном сетапе на второй тайм, как бы жаловаться особо не на что. Кубики заебок. Все, что от меня сейчас требуется, это по-человечески отыграть... По-человечески отыграть такую вещь, как этот. Мага, в общем, надо заиграть нормально. Неплохая мысль, Лок, неплохая. Приценились-ка. А смысл-то ставить такую расстановку без кика? Ну, во-первых, у меня есть маг. Он заменяет кик. Во-вторых, любой киков-ивент в виде выбегания фанатов, в виде, как бы... Как это называется-то... В виде камня в меченосца, например, в виде блица, в виде ПД, все в плюс. То есть при этой расстановке практически любой киков-ивент играет мне в плюс. Плюс надо понимать, что я довольно быстрый, что у меня есть маг, и что у Барри стоит выбор. Быть жадным животным или все-таки играть аккуратно. Он выбирает какой-то спаренный вариант, ни туда, ни сюда. Ну, собственно говоря, как бы... Как бы не идеально, конечно. Как бы, конечно, не идеально. Но пойдет для сельской местности. Чё бы не кинуть даблу на первом дадже, действительно. Ну, не умер, как бы, спасибо. Разыграли, разыграли. Блиц. А у нас юбилей знакомства. Я просто никаких календариков не составляю и не слишком подвержен, как правильнее сказать-то, ностальгии и всему подобному. Душное утро субботы не особо предрасполагает к такому. Удивительно, Барри решил сыграть умно. Я в восторге. Спасибо, Барри. Это, пожалуй, один из немногих ходов в этом матче, который я прям готов оценить и сказать, что это было неплохо. Это буквально первый ход в матче, когда я могу сказать, что Барри прям разумно поступил. Молодец. Вот только, конечно, бить лосс сейчас было бы, наверное, чуточку более разумно, чем вот это вот все. Ну ладно. Ну ничего, может я это сейчас начну советовать Барри, может он меня и обыграет наконец-таки, не знаю. Хотелось бы. Говорю я почти без иронии.
Как бы интересно, сколько надо дать советов баристану, чтобы он меня обыграл. Ладно, я думал, он будет либо корову освобождать, либо ставить игрока на мяч, но Барри недолго играл в позиционку, как бы, недолго. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, ее обугленная тушка и так далее. Как бы, надо и честь знать, знаете, немножко позиционки поиграл и хватит. Знаете, главное не увлекаться позиционкой. Вот Барри решил не увлекаться. Я, честно говоря, вообще не уловил смысла этого ролла, но ладно. Ну, то есть, ну, у тебя и так удар в 1D, это удар 2+. Зачем ролить, родной? Ролла Калифорния, в общем, какой смысл? Ну, ладно, конечно, я все понимаю, но... В общем, немножко смысла это не имело, ну... Ну, окей. WHK, как ты это наколдовал? Колдовство, колдовство! Ведьма! Вот, что-то типа того. Что-то колдовство, очки, что-то колдовство. Кто наш ведьмак? Или какой-нибудь волкодав из рода серых псов и что-то такое. А Ювинин Сан, ну вообще потихонечку, похоже, придется винить. Как бы я этого не хотел, пока все, видимо, идет к тому, что виним. Винни Джонсом, я бы даже сказал. Может быть, даже Винни Пушем. Ну, это надо реролить, это важно. Два обхода подряд, два терновера на 1-1. Ну, как бы, я понимаю, да, чё нет-то. 1-1 на блице, 1-1 на этом. То есть, додж и ГФИ. Найс игра, спасибо. Одна, как там у нас называется. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Мне нравится, спасибо. Действительно. Чё бы благородному джентльмену не кинуть вторую даблу терновером. А то что-то как-то матч слишком хорошо складывается, надо немного интриги добавить. Засовывать в себя терноверы. И он реролит опять рычку. Господи Иисусе, Барри. У тебя остался один рерол. Ну, то есть, как бы... То есть, как бы это не очень разумно, Барри. Все, что хотел сказать. Я как-то... Какие-то легкие, по-моему, проблемы с менеджментом реролов, Баристан. Ну тут еще и ГФИ, как бы пытаться бить скинка ради этого, ну что-то как-то, конечно. Освободил гнома, вкладка в...
Ну, если с такой стороны смотреть, то, конечно, да. Просто, понимаете, как бы, чтобы вы понимали, я сейчас сижу, играю в Azur Lane, я даже на поле не смотрю. Я прохожу вот этот ивент кроссвейвы, который в этот раз на Суругу и все такое. Я вот начал играть в Азурку примерно год назад, когда был кроссвейв на эту, на Essex. А, вот. Говорю, я поздно проснулся, не успел поделать дейлики, прочую фигню, короче. Вот теперь сижу, делаю. Что в баре по 3 минуты ходит, как бы? Ну, просто желательно не тратить реролы на всякий мусор. А на мой взгляд, первый рерол точно был мусором. Второй, может, поменьше. Но первый прям стопроцентный мусор. Типа, просто чудовищная ошибка. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ладно, я тут вспомнил, что у меня есть кое-что. Как бы, допустим. Ну, как бы ненавижу эту игру, но допустим. Несмотря на пробой, лучше не реролить, конечно. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там ломание 9-го армора с руки с кинком. Блять, как же ГФИ я плохо кидаю в этой игре. Ну окей, стоим. Пахнет победкой. Не получается никак вылететь с турнира, я просто прикладываю абсолютно все усилия, а все что-то как-то не могут остановить самовозку. Ну, понимаешь, ему, во-первых, надо кинуть 75% додж, потом выбить мячик, получить хороший скаттер и еще и подобрать. При том, что у меня 3 свободных завра. То есть есть, конечно, вероятность, при которой он может это провернуть. Но как-то... Ну, давайте посчитаем, типа, что нет-то. Самбо, 4R, 2D, один результат. Как минимум, вот эта часть плана 38%. Скатер плохой. Ну что там, я на тебя попал, да? Да мне-то по херам как бы. Я говорю, я вылететь хочу, гусь.
Без иронии, без сарказма, без еще чего-то подобного. Говноедено в своем репертуаре. Подайся, конечно, баристана, если честно. Немножко. То есть, ну, пробой. Пробой, конечно, жестковатый. Тут даже как бы спорить не могу. Пробой в этом матче действительно немножко удивляет. Ну а какая разница, если у меня ходы простые? У Барри, конечно, тоже простые, просто... Ну, сколько у Барри игр сыграно, я думаю, вообще. Игр 400, наверное, за все время, может 500. А у меня сыграно 1000-2-3, то есть как бы... Есть некая разница в опыте. Вот. Но это ни на что не влияет. Тут пришлось немножко подумать на тему по клеточкам, как правильнее прокинуть было. Посчитать клеточки ради разнообразия.
Ну все, как же тяжело вылететь с турнира, Господи Иисусе. Ну все, просто кидаешь кубы как карасика, тебя все никто обыграть не может. Да, вчера Ситар же разбирал его игру против Рэша. Пойти, что ли, Сидры себе взять? Барри забыл, что ли, про нижнего паренька, то есть можно было СМБ попытаться убить блицанов снизу и как бы это. Насладиться этой великолепной игрой. Подпортить мне кровь на следующий матч. Да в чем важность матча Киям? Ну это ж фановый турнир. У этого фанового турнира нет никакой глубинной подоплеки. Это же, говорю, ни кол, ни рубл. Это турнир чисто вот, типа, пацаны в падике решили посидеть. Но мы страхуемся перед жадными ударами. То есть я планирую забивать сейчас. Но так как я хочу при этом сделать пачку жадных ударов, то лучше было перестраховаться. Но это уже ничего не значит. В любом случае, турнир для него бы кончился. Просто для него турнир кончился таким образом. Помашем рукой, как бы. Смерть ХД. Каждый раз, когда где-то умирает хаос-гном, как бы мир становится лучше. Ну, а ты мог бы встать, конечно. На остальных жалко, ребят. Ой, ладно, чё я, сыкло, что ли? Ладно. Чё ты мне сделаешь, я в другом городе, за мат извини. Совсем уж в сыкло играть не буду. Может, пойдем третий зальем? Ну чё, чё-то как-то ХД кончились. Чё-то когда, а где все ХД? Ну это к вопросу о том, что когда у тебя еще, понимаете, Завры сами по себе помойная самовозная команда, без вопроса. Завры по дефолту помойная самовозная команда. Но когда тебе при этом еще и завозят на пробой, то это вообще становится убер помойная команда. Просто реально, вот как бы то, что в этой игре есть пробой. Ну, Барри, ну, поплыл, короче, понятно. Это похоже на поплыл, ребята. Это похоже на поплыл. Я имею в виду, что что-то какой-то фейл абсолютно на ровном месте, и как бы.
Чё-то прям просто реально похоже, что расстроился сильно. Так, это у нас... Блин, не успеваю за 30 секунд ход сделать или успеваю? Немножко жадновато сделал. Ну это нулевой скин, это скин хотя бы, который не лонер, то есть мне его немножко жалко. Не хотелось принимать им удар от МБХи. Что-то начинает казаться, что Барри немножко как бы недоволен. Не знаю, откуда у меня это чувство. Но почему-то оно у меня все крепнет и крепнет. Знаете, чувствуется какая-то легкая ярость топора в действиях Барри. Вот. Ух ты. Ну, я, конечно, не осуждаю. Я понимаю. Три дайса же мы вроде можем склепать на меч. Ща, подождите. Жаль, не скрипали. И здесь не скрипали. Я подтягиваюсь. Ой, хорошо, спине стало. Ой, господи. Закончил стрим, надо пойти зарядку, что ли, сделать, а то все проспал. Без зарядки чувствую себя стариканом. Так, играю, буквально 5 минут до матча проснулся. Я поздно лег. Фигней всякой страдал. Досмотрел, короче, 5-й сезон сериала «Люцифер». Вот. Мне даже понравилось. Барри, ну типа 16-й ход. Ну мы сейчас чисто попробуем тупо сделать красивый мув, то есть... Сейчас будет попытка красивого мува. Смотрите. Только прокинем все удары, которые можно прокинуть.
А напоследок я скажу... А, он, кстати, и так забивает. Тогда давайте сыграем чуть-чуть более интеллектуально. Но скаттер не упал наискосок, но я продумал, что скаттер при неудачном ГФИ может упасть в зачетку. Ну да ладно. Четверочка на деньги устраивает. Это мы не выкупаем, не выкупаем. Опыт лег на агилу. Ну, с таким пробоем любая катка будет изейшей. Чё тут? Лучше у меня кубы с этого турнира шли бы на какие-нибудь нормальные турниры.